в среду 14 ноября днем и в четверг 15 ноября ночью в Киевской и Черниговских областях синоптики прогнозируют мокрый снег. По данным Укргидрометцентра, снежный покров может достигнуть 3-6 сантиметров, и на дорогах ожидается гололедица. Синоптики рекомендуют водителям перейти на зимнюю обувь для своих автомобилей. И, как утверждает народный синоптик Леонид Горбань, в ноябре будут температурные качели. Так, 17 ноября снижение ночной температуры до минус 1,4 градусов, 20 ноября потепление до плюс 2,5 градусов, с 22 по 27 ноября серьезное понижение температуры вплоть до минус 11 градусов мороза по ночам, а с 28 и по 30 ноября опять потепление.